thousands of people dancing and clapping, and some people getting filled with the Spirit. На самом деле они здесь не очень завозили, потому что обычно это бывает тысячи людей, они прыгают, поют все, и в них вселяется дух. And it's so much so that people have what they call charismatic experiences. И у людей, как они говорят, такой харизматический опыт. And the persons, several people all around me, when I've done this, are having just dancing and filled with the Spirit. И вот я когда там был однажды, вокруг меня люди стояли и танцевали, и они так были наполнены духом. Я не знаю, что это было, что как они это чувствовали, потому что мне не повезло, у меня не было такого опыта внутренних переживаний. So, oops, you stand in the middle. So, you stand in the middle. You and I hold hands. Вы стоите, а мы держим. And you go crazy. А вы с ума сходите. Вы должны безумствовать здесь. So this is to keep the person, because many people have been passed out. Некоторые просто теряют сознание. And these two people have to catch that person. И эти двое, которые его окружают, они должны поймать его. Yeah, and it just has this going on all around you with thousands of people. И там тысячи людей, все это происходит вот и таких пар и групп очень много. And 500-600 people in the choir. И 500-600 человек хор. And just, you know, climbing and dancing. Yeah, хор, ладоши там. You get to do танцуют. Танцуют. First Church of Deliverance on Southside Chicago. Это было в церкви, первая церковь, название этой церкви в Чикаго. Sunday morning. Утро, воскресенье. So here we are with our Sunday morning. Вот и мы теперь тоже у нас утро, воскресенье. Wow, this is our last day. Сегодня последний день. For every opening has to be a closing, for every birth to death. Для каждого открытия должно быть закрытие, для каждого рождения должна быть смерть. So better live it. Так что давайте проживать это. We left off last night with a very brief, if you call it demonstration, I would call it an encounter. Мы вчера закончили на очень кратком, можно назвать демонстрацию, но я бы назвал это встречей. And I hadn't realized, Людмила, I hadn't realized we didn't have a half an hour. Я даже не понимал, у нас на самом деле не было получаса, это было меньше. Because somebody had to translate. Потому что это было с переводом. So that was really fast. Так что это было довольно, на самом деле, очень быстро. I don't know how you felt, but я не знаю, как вы чувствовали. And you certainly don't have to say. И вам не обязательно об этом говорить. But I do want you to know, if you felt like this was too abrupt, I would really welcome you and I continuing. Но если вы почувствовали, что это было слишком кратко, то я готов пригласить вас, чтобы продолжать. But it's your call. Но это вам выбирать. I was, you think about it. Подумайте просто. I was very satisfied. Я почувствовал большое удовлетворение. Quite moved by. И меня тронуло. You really have outstanding engagement. У вас действительно удивительная способность вступать в отношения и останавливать их. Can I say something? Please. У меня было
это очень близко с собой и с вами. For me, I felt very close to myself and to you. И очень глубоко. I was very deep with myself and with you. And that was quite enough for me. I'm satisfied. Okay. Thank you. And the feeling is very mutual. Да, и чувство очень взаимное. So much to think about in just a few minutes. Так много произошло всего за несколько минут. Actually made me wonder, gee, maybe I should shorten my hours. Я даже подумал, может быть, мне свои приемы украсить по времени. So, I did this numbering off, 1, 2, 3. Помните, мы рассчитывались на 1, 2, 3. I have to tell you, I felt a little badly about telling you the story about my friend. Я потом подумал, что зря рассказал вам историю про мою знакомую и ее мать. And her mother, you know, being where it was life and death situation. А про эту ситуацию, где действительно дело шло о жизни или о смерти. Actually, I have a picture of this old woman. She's 95. А на самом деле у меня даже фотография этой женщины есть. Ей сейчас 95 лет. And I was so struck by it. I just felt like, oh my gosh, this is what it was like. И мне в этот момент как-то показалось, что так на самом деле все это было, так рассчитывалось, и я. Followed my impulse to share it, and I had questions. Последовал своему импульсу рассказать вам эту историю, потом очень как-то думал, недоумевал, стоило ли это делать. So, that said, we did do this numbering, 1, 2, 3. Тем не менее, мы все-таки рассчитались. And the first group was, I asked to look at the affective pre-verbal proto-conversational aspects of the encounter. Я попросил первую, номер один, посмотреть на довербальные какие-то вещи в этой встрече. And report back to us. И рассказать вам, нам потом. Let's start with that group. Давайте начнем с этой группы. The non-verbal. Невербальные. Embodied, facial, whatever was going on. В теле, выражение лица, что происходило, что вы заметили. What did you notice? What seemed to work? What didn't seem to work? А что вам показалось, что было удачно, что не работало? Holy Spirit, move someone. Move someone, the Holy Spirit, it's Sunday morning. Сойди кого-нибудь. She's standing up. There are a couple of people watching. Unfortunately, I didn't see Luda's face. So I watched mostly you. It was very vivid out there, mimic. Your body was very alive and very, there was a lot of movements. And there was a lot of non-verbal and facial response to the words. The most expressive part was were your eyes and your forehead. Forehead was like speaking. You could read. Eyebrows raised and fell down. There was a lot of information in that. Это меня как
And it made me think about my own emotional expressions. Because I have clients that say that I have this blank face. And he says that he can read everything on my face. Very controversial. A patient says that. Okay. И поэтому вот мне очень понравилась вот такая живая реакция. And I like this very vivid reaction to the words. Самое сильное впечатление было, когда работа была здесь и сейчас, когда strikingly. I was impressed when you were working here and now with a client. Thank you very much. Well, thank you for that, those comments. Спасибо за эти комментарии. That, by the way, is the only place to work. Кстати говоря, это единственное место, в котором можно работать здесь и сейчас. Right here now, even if you're talking about something. Даже если вы говорите о чем-то очень далеком. The old is present in the moment. Что-то старое, оно всегда присутствует в настоящем моменте. And so is the future. И также будущее. All right there. Оно уже здесь. Yes. Я хочу сказать о реакции Людмилы. To speak about Людмила's reactions. Восприятие. И я не видела ее лица. I didn't see her face exactly. Наблюдала за телом. I was watching her body. И как, ну, во всяком случае, я на это обратила внимание, как она умеет то, что мы называем саморегулироваться. She can self-regulate, what we call self-regulation. Да, вот в тех моментах, когда звучало то, что трудно было принимать. When something difficult for her, поддержку как, да? Она гладила бедро, она как бы сама себя успокаивала. She was like beating herself on the thigh as if she was calming herself down, reassuring. Да, и это было, когда о клиенте шла речь, где у него были сложные какие-то моменты. И тоже вот это же самое движение повторялось. And when she spoke about her client, about his difficulties, she was also stroking her thigh. И в самом начале, and in the very beginning, быстро все трое, very quickly all the three of you came to one unity. You had, you've been sitting in the same posture, all of you. And Marina as a translator also joined this united field. It was very vivid, very obvious. Thank you. Быстро справилась с волнением. How quickly she managed to cope with her anxiety, initial anxiety. It's good, self-soothing. I didn't even notice this. Я не обратил внимания на такое самоуспокоение. Because for me it was Людмила's face was just. Потому что для меня лицо Людмилы было. This whole world, the weather was changing. Целым миром, в котором менялась погода. Я вообще-то из второй группы. I'm actually from the second group, but. Я рефлексировала как. But what I was. I was thinking about the verbal processes, but they were all connected to the non-verbals, especially the intonation of the voice. And some moments, during the different
difficult moments when there were messages which caused some difficulty with Людмила or might have caused. You, Eric, changed your intonation. You became much softer and like touching, moving. And the face showed this kind of surprise, as if it was ready to see some insight, to for the ready for the insight. Since I didn't see Людмила, I was sitting. This move that kind of prepares the client for exception, for accepting something. As if I am going to tell you something very important which you need to focus on, to take into account. Maybe even this non-verbal was even probably more meaningful than the verbal. After that, the parallel processes started. The similarities between Людмила's process and her client's process. Oh, thank you. Спасибо. Really good observations. Хорошие наблюдения. Я скажу очень коротко, если дело как раз за Эриком. I'll be very brief. If it is about Eric. И если сначала мне казалось, что я вряд ли смогу выполнить задание, то есть все не так просто. I was watching Eric and I was afraid in the beginning that I won't be able to meet the needs of the task, because I won't be able to see, to follow everything. All this which has been said about the voice, also the facial expressions, and also the movements of your feet or legs were quite informative. Your feet or legs were walking towards the meeting even while you were sitting. And there was very obvious that you were looking for moving forward in this process. That's interesting. So again, remember, this these things that we're talking about are not conscious. И помните, эти все вещи, они неосознанные. These are things that we have to rely on just our years of living in relationships and the training and experience with clients and doing therapy and keeping our vessel clean. И все эти вещи, они совершенно неосознанные, но это результат вот долгих лет жизни и терапии, и нашей подготовки, и стремления того, чтобы наш сосуд оказался чистым. I didn't see Eric at all. It was hidden, so all my attention was at Людмила. And I had very strong reactions of my own, physical. And I saw Людмила's profile, like she's sitting now. It was difficult to see the expression of her face. But I felt my
reactions in my body. And at the very beginning, I saw tears. I felt tears coming up in me. And was trying to restrain them, and there was this tension around the throat. And it was this state continued, and I was wondering whether Людмила was feeling the same. And I would calm down at a certain moment, and then I had some strange pain around my temples, which is not usual for me. And when Людмила said that she felt tears coming welling up, it was kind of confirmation that I was having the same body reactions as Людмила. So for me it was all about also my reactions and my body. Well, that's wonderful, because it's like you had the experience of the proto-conversation. То есть у вас вы чувствовали вот этот вот, у вас был опыт этой докоммуникативной беседы. Even though you weren't in the conversation verbally, you were having a proto-conversation with her, even if she didn't have time to be aware of you. Хотя вы вербально не участвовали в этой беседе, ваше тело, в нем происходили явления, которые мы называем вот, протокоммуникацией. Are you, when you do therapy, are you aware of that level of what's, I know you can't to the detail. А когда вы работаете с клиентом, вы осознаете какие-то вот эти движения внутри себя? Я понимаю, что в деталях это невозможно, но тем не менее. У меня не очень большой опыт. I don't have a very big experience of working as a therapist. But this is something I pay attention to during my sessions. That's great. That's really, really good. And again, I want to emphasize everything that people are saying about me. I had no awareness. Это очень интересно, но должен еще раз подчеркнуть, что все, что люди говорят про меня, я этого совершенно не осознавал. I didn't feel at all out of control. Я, конечно, не чувствовал, что я не управляю собой. I was just being with Людмила. Я просто был с Людмилой. But I had no idea. There was no intent to do anything with my feet. Во всяком случае, у меня не было никакого намерения двигать ногами или руками. Or even my face. I wasn't trying to make any facial expression. И даже не осознавал свое лицо. Там не было никакого намерения какие-то выражения лица менять. I was just letting the connection happen. And not trying not to get in the way of. Я просто пытался, чтобы наша встреча состоялась, и старался не стоять на пути этого. And this is the most important part of psychotherapy. И это самая главная часть терапии. I think this is the healing act. Я думаю, что это очень целительная вещь. It's in the video with the man who comes up to the baby and tries to make contact. The baby learns from this. Когда вот на этом видео человек приходил к ребенку и пытался установить с ним контакт, ребенок учится на этом. The baby grows from all this non-verbal affective bodily communication. Он растет на основании, опираясь на эти все
невербальные аффективные проявления. And it's of course what every mother knows how to do. For hopefully. И, конечно, любая мама знает, как это делать, будем надеяться. Just automatically. Это знание такое автоматическое. So those of us who have not had parents who could do this, who grew up without any feeling or affect. Если у кого-то из нас не было таких родителей, которых не было ни чувства, ни аффекта, они не проявляли их. This is something we've had to learn again. Without any awareness of learning anything. Нам все равно приходится это как-то узнавать, и это тоже происходит бессознательно. Мы не думаем о том, что мы что-то узнаем. From maybe children, from therapists. И узнаем мы это, может быть, у других детей, у терапевтов, у учителей. Or friends. Или друзей. Just being with other human beings. Просто, когда мы находимся с другими людьми. Any other comments from group one? Какие-то еще из группы один комментарии? Number two. I was very, very worried. Знаете, извините, очень плохо слышно, поэтому давайте по отдельности говорить. And from the very beginning, I felt this response to the care, and I felt this gratitude. That you don't that you spend as much time as needed to understand the general state of the person who is sitting in front of you in this big circle. And my anxiety also went away because I was trying on this position. And I was able to follow the verbal part. I was making notes how you establish the contact, how you check. How you check your understanding, asking, do you understand correctly? Or just check, are you on? There was a lot of care in this as well, for me, that's how I... And if we make it brief, and following what has been said already, I was impressed by the pauses. And the feeling was that, and probably it was rightly so, first were just preparation for these pauses to meet in a real way, to encounter. And it was a very authentic meeting. So that these are the main things that I noticed. It's time to move to group two because we can do this. Мы можем заниматься, давайте
Тогда к группе второй перейдем. Yes, please. Эмоционально, правда, переживалось очень интенсивно. Emotionally, it was very intense. И тоже думала, как я выполню задание. And I was wondering whether this would be in my way of fulfilling the task. Но эмоционально тоже хочется откликнуться. But I want to respond to the emotional part as well. For me, there was a lot of authenticity, sincerity in this encounter. This kind of shining sincerity, sparkling sincerity. But I'm a disciplined person, so... It was also a self-regulation experience in a way. Trying to focus on the verbal. I heard very step by step. А что говорите дальше? Ну, это такие, я говорю сейчас прилагательные, какая-то была встреча, исследование какое-то. It was the exploration, which was step by step and very rich in volume. И при этом точечное. And at the same time was very precise. Исследование близости. Exploration of closeness, of intimacy. Which was established in front of me. Ну и которая есть и у клиентки, и в работе, и в жизни, и. And this intimacy which the client has in her life and in her work. И вот такое исследование даже вот. And there was exploration of, including the exploration of words, how you perceive the meanings of your words and of Людмила's words. Thank you for this experience. Thank you for your comments. Спасибо за комментарии. And regulating enough to be able to look at the words. И чтобы смогли себя достаточно саморегулировать, чтобы услышать слова. So this is now the second group was looking at basically the process of mentalization. На самом деле вторая группа следила за процессом ментализации. Which is the experience of understanding one's own mind as it's. И это опыт, направленный на понимание своего собственного внутреннего движения. And the experience of understanding the other person's mind as it's unfolding. И на понимание опыта другого человека, который разворачивается перед твоими глазами. And it's interesting because this part I can remember much more about. Интересно, что эта часть я гораздо лучше помню, чем это естественно, потому что она вербальная, и она осознанная. Это, кстати говоря, одна из причин, по которым люди соглашаются записывать в смысле, на магнитофон сессии. And you can actually look at your own psychotherapy with somebody through this lens that we were talking about, looking through proto-conversation. And through the mentalization. А вот такие записи, они дают возможность потом прокрутить и посмотреть на то, как проходил ваш процесс, и обращая внимание и на процесс
прото-коммуникационный и на процесс ментализации. So you can, so I'm feeling like you guys are supervising me right now. Сейчас у меня такое ощущение, что вы проводите супервизию со мной. And giving me some feedback for which I thank you. И даете мне такую обратную связь, за что я вам благодарен. But if you can supervise a 15-minute session, you can supervise your own psychotherapy. Но если вы можете так супервизировать 50-минутную сессию, вы можете таким же образом свою собственную терапию супервизировать. Even better would be to have one or two people to be willing to do the same thing. Если особенно хорошо будет, если у вас будет один или два человека, которые готовы будут быть с вами в этом. For me, it was very important to see the testing of trust. I don't remember the exact words, but I will speak about what I saw. Людмила said something like, время для меня. She asked, do you have enough time for me? Enough for me to speak about my topic. Можно сказать, читаете вы меня так важным, что будете заниматься серьезно. You can interpret it as, do you feel like I am important enough to be dealt seriously with? Это очень важная часть для контакта всегда. It's always a very important part for establishing a contact. И для меня было интересно видеть, что будет дальше. And I was curious to see what will come. Тогда Эрик спрашивал, Eric asked, но почему вы вообще выбирали прийти? Why did you choose to come? And Людмила said something like, I was going to help you because nobody volunteered. And that was quite crucial for understanding for both of them how they would work. Yeah. That was the basis for the work. Yeah. I'd forgotten that. Я забыл это, да. That's really was an important, very important. Это было на самом деле очень важная часть. And so then I said, do you remember what I said to interpret this moment? You're a very responsible person. И помните, как я интерпретировал, да, этот момент? Я сказал, вы очень ответственный человек. I said, I guess you're a very responsible person, and she said, oh yes. Я сказал, я полагаю, вы очень ответственная. Она сказала, да. И этот диалог дал много информации для тебя. A lot of information for you to see who is Людмила. Yeah, oh yes. Да. Конечно, здесь нет не совсем, но вот в этой ситуации кто есть. There's no place for everyone, but in this situation, who is Людмила? Not for everything, not generally. Thank you for seeing me. It's great. But what I had in my mind was, wow. Людмила, this is a person who's not only responsible for herself, she's being responsible for 80 people. Для меня я это увидел, что она не только за себя ответственна, она берет ответственность за 80 человек. Я подумал, о. And my thought, and I didn't say these things, but thought was, wow, she must have a hard life, because whoever is in her life, she is... Я это не сказал, но я подумал, что, наверное, жизнь ее непроста, потому что она всех как-то берет себе на ручки. Yeah.
feels responsible for everybody's well-being. Она чувствует ответственность за благосостояние, благополучие всех. Which is remarkable, but it's hard. Ну, это удивительно, конечно, замечательно, но это очень трудно. Other comments on the verbal. Еще какие-то комментарии по поводу вербального. The event we had yesterday. Can you be here? Okay. Was important for me, for my personally. For me, it was a kind of supervision. And also some therapeutic healing elements for myself. Everything that happened between you and Людмила influenced me. Eric was able to sort out very clearly and this ambivalence in Людмила's life and just shelved all the aspects of this ambivalence. You could feel this ambivalence as well. But verbally it was disclosed very clearly. And then you have two-channel clarity. And as a therapist, I thought, what was the client's request? Because this was the supervision for me and one client, which was really there. Что я вообще часто и делаю с амбивалентными клиентами. And at the moment I felt like a wish to clear up something which I usually do with ambivalent clients. Уточнить контракт. So to clarify the contract we have. То, чего все время учил Рима. Something that Римас used to teach us all the time. With some clients, it's worth doing every session before everything, but you need to feel it, whether you should do it or not. When you feel and understand the situation, this clarification has different meaning. It has a direct meaning, but also a deeper meaning. So what are we going to speak about today, really? And usually the client would speak through her or his theory, which is quite clear, story. Действительно ли ты хочешь говорить
you really want to speak about this? Clients are very clever. Очень часто они задумываются и уточняют, и даже что-то находят вообще другое. Very often they begin to think and to reflect and to probably sometimes even to find something different. Case which is similar to this one in the way of ambivalence. And so I used your session as a supervision for that case, and I thought, why don't I inquire him in this way to clarify? And sitting here during your session, I understood that in my situation with the client, that it was my problem, and I hadn't seen it before this. My ambivalence in some part of this, of my case. So it was very important for me. Thank you. Thank you. Спасибо. The thing that struck me was your talking about clarifying the contract. Вот мне как важно было услышать то, что вы сказали по поводу уточнения контракта. And when we sat down together. И когда мы сели вместе. Людмилой. That's when I realized we only had 15 minutes. Тогда я и понял, что у нас на самом деле всего там 15 минут. Because of the translation. Потому что съедает половину перевод. I think we got a little more because you were translating while the person was talking. Но я думаю, что было у нас больше получилось, потому что я говорила практически одновременно. Клиентам, но все равно. Я понял, что нет времени прояснять контракт. И было только время прояснять контакт. Теперь сейчас я вот думаю об этом. You don't have time to think about these things really there. А там у вас нет времени продумывать все эти вещи. But that was my sense. If we had more time, we could clarify the contract. А, ну, мне так, я это для себя объяснил. Если бы было больше времени, мы бы прояснили контракт. But hopefully, if we clarify the contract. Но в надежде на то, что если нам удастся прояснить контакт. That contact, the clarifying the contact, will disclose what the contract, the unspoken contract, was about. Но надежда на то, что вот это прояснение поможет нам понять, в чем непроговоренный контракт заключался. The contract would be clear. Контракт будет понятен. From the contact. Из контакта. And but it would be a contract that would not be conscious. Но это будет контракт не от головы идущий. I don't think, well, I'm sure I didn't know, but I don't think Ludmilla, you knew. Я, во всяком случае, не думал об этом. Я не знаю, думали ли вы, Людмила, в тот момент. What we were going to work on. А с чем мы будем работать? So, this, I think that's, I had never occurred to me. Мне это так в голову не приходило ни разу. This language is, and understanding is all after the fact.
Этот язык и это понимание приходит уже после факта. So again, I would say a lot of that, even though there were words, a lot of what I'm talking about was really not conscious. И несмотря на то, что там были слова, мы использовали слова, большая часть из того, о чем мы говорили, происходили на бессознательном уровне. Except that I do know that clarifying the contact, having the connection, the immediate genuine connection is the most important thing. Кроме осознанного понимания, которое во мне все время есть, о том, что искренний, настоящий контакт, он самое важное в нашей работе. Но то, что все вы сказали, я с этим согласен, это было интересно. То, что было, было прекрасно, и... What happened was beautiful. По-другому я и не представляю, что можно за такое время там... I wouldn't imagine that during this time something, anything could be done differently. Я хотел больше эгоистично сказать, мне это было... It was my... egoistic ambition of mine to clarify it for me. It was selfish on my part, but thank you. Yes, but thank you for whatever your motives are. Thank you because it helped me to clarify something. Чтобы вы не говорили, спасибо вам, потому что это мне помогло тоже что-то прояснить. Mutual learning. Это взаимное обучение. Things on the verbal part. Что-то еще по вербальной части. Я хочу немножко откликнуться на то, что вы сейчас сказали, что все происходило на бессознательном. Most of it was unconscious. С самого начала. From the very beginning. Вопрос, какой уровень тревожности. По-моему, помог Людмиле во многом осознавать то, что с ней происходит. The question about her anxiety helped Людмила and also like measuring this anxiety helped Людмила to be very aware of what was going on with her. И в ходе вашего контакта and during your contact вопрос, а как сейчас с тревожностью? You asked once or twice, how is your anxiety now? Прозвучал прямо перед тем, как Эрик сообщил о том, что у Людмилы есть то, что может ей, ну как, то, что для клиента. You asked this question exactly before wondering or saying that her client was lucky and unlucky. And I saw it as this unconscious process was immediately transformed into conscious. It was step by step. Well, thank you. Спасибо. I've forgotten all about the checking the anxiety. Я забыл совершенно, что я проверял уровень тревожности. But that's a very it's a really helpful thing to do in some situations to just check when the conversation. Это очень хороший способ проверять иногда в некоторых ситуациях во время разговора, где человек находится. And I'd also forgotten that I didn't even realize that I'd asked that question before I said he's lucky and he's unlucky. Честно говоря, я совершенно не осознал, что я сказал, спросил про ее тревогу до прямо перед тем, как сказал, что ее клиенту повезло и не повезло. But relationship happens so fast, especially with such a short time.
Но отношения происходят так быстро, особенно вот в, такую, в таком коротком промежутке времени. Now that I think back on it, теперь, когда я вспоминаю это, I had that, that impression that he was very lucky and unlucky. Я помню, что мне вот это вот, когда я сказал, что он, ему и повезло, и не повезло. Before and so I was actually now I realize I was checking the anxiety. It was a good thing I didn't realize it. И хорошо, на самом деле, я сейчас думаю, что я я справился по поводу уровня тревоги. Я как бы неосознанно это сделал, не специально перед тем, как сообщить ей. Because Людмила said she was 2.5 to begin with. Но она сказала, что она начинала с 2.5 где-то. And to say something, if the anxiety had gone up to say 4 or 3.5, I would not have said that. Если бы я знал, что она у нее тревога возросла до 4 или до 4.5, я бы никогда не сказал то, что сказал дальше. And so when she said, "Oh no, it's gone down," that. Ну, она сказала, нет, она понизилась. Then I said that. Now that. There is a sign, so when you're going to say something that you sense is going to be powerful and potentially disruptive, which it turned out to be already, this... Когда вы собираетесь сказать что-то, что может потенциально как-то выбить клиента немножко, как, в общем, это и было. I think it's important to check, make sure the anxiety is low enough so the person can tolerate it. Мне кажется, важно узнать про уровень тревожности, понять, что клиент сможет это перенести. And one, without having to ask, something happens just for you. You watch your client, and if they go, if you say something, and they go, и даже если не спрашиваешь, но внимательно смотришь за своим клиентом, и он вот так вот начинает вздыхать. That's a very natural sign. Это очень естественный знак. That they can tolerate. Того, что они can't. Can't. Что они могут перенести. Tolerate going further. Что они могут перенести следующий шаг. Because it's a sign of the voluntary nervous system. Потому что это признак voluntary условной нервной системы. In other words, their will is still active. Иными словами, их воля все еще активна. Before a performance, an artist or an athlete performs, quite often you will see. Очень часто перед тем, как человек выступает, какой-то спортсмен или актер, вы видите, вот он так вдыхает. That means the will is intact. Это значит, что воля у него есть контакт со своей волей, что воля в порядке. Which means you can keep going. И это означает, что вы можете продолжать. But then what happened after that was really interesting. Ну, потом то, что произошло, было на самом деле интересно. Because it was a mismatch. Потому что там произошло несоответствие. There was a little rupture there. Там был разрыв такой. Did anyone notice this? Did you have any thoughts about that moment? Вы обратили на это внимание? Что вы думаете по этому поводу? I thought that was such a moment, but it was because Людмила actually, when I asked about this, she actually said. I just shut you out. Потому что когда я спросила у Людмилы, она сказала, я просто вас как бы закрыла, отрезала.
which is not the same as dissociation. И это не то же самое, что диссоциация. She was protecting herself. I don't она просто она защищала себя. Ask you if this you felt this, but it was a conscious shutting. Надо бы спросить вас по поводу того, что вы чувствовали, но это было сознательное отрезание. Not an unconscious dissociation. Это не была бессознательная диссоциация. Which would show itself in the person suddenly their eyes getting blank. Что происходит, когда вы видите, что у человека так пустые глаза? Or saying something like, "What were we talking about?" Или говорит что-то, о чем мы говорили? Or what did you ask me? Что вы меня спросили? So again, even that was another confirmation that, look, for me, I need your. Мне нужно вас узнать, конечно, по подтверждению это, но для меня это послужило подтверждением того. Yeah, that your conscious will was still active. Что вы, ваша осознанная воля, она была активна, задействована. So in the rupture, in my saying that, which I knew was risky. В том разрыве, который произошел, когда я сказал вот эту фразу, я знал, что она рискованная. I thought that was so important that you let in how. It's my opinion, of course, that you really let in how important you as a person are to him. Я хотел сказать, что этой фразой я хотел подтвердить то, насколько вы важны для этого человека фигурой являетесь. And I had the sense that this was hard for you to really let in, that people care about you, they love you, even if they're your patients, they care about you and they love you. И мне показалось, что для вас трудно принять, что люди, даже если это ваши пациенты, что они заботятся о вас и любят вас. What you say to them and your being with them means a great deal, even if they don't acknowledge it. И что то, что вы с ними, и то, что вы думаете о них и работаете с ними, для них очень важно, даже если они это как-то осознанно об этом не говорят. Я хотел с вами вашего подтверждения, потому что вы киваете, но yes, I say yes. Я была в сознании. I was conscious. You really were. I thought, oh, this is another good sign. We can keep going. Я подумал, что это еще хороший знак, что значит, можно продолжать. Because I thought that was great, Marina. I just thought, wow. I almost wanted to thank you for being honest with me, telling me. Мне очень понравился этот момент. Я даже подумал, ох, здорово, yeah. Нужно бы поблагодарить ее. И для меня честь была в том, что вы смогли вот осознанно меня отрезать, закрыть. Because a lot of people want to make nice in this moment. Потому что большинство людей они бы как-то сделали такое милое что-то такое в этот момент, сделали, что все в порядке. It's a kind of moment where clients are tempted to take care of us. Это такие моменты, когда клиенты у клиентов есть тенденция заботиться о нас и поддерживать нас. But you looked me right in the eyes and said, "I just shut you out." Но вы смотрели мне прямо в глазах и сказали, "Я вас просто закрыла, отрезала, вырезала." So, я хочу. I just want to say, что я вчера видел в этот момент. What I saw in this moment. After Людмила has cut you out, you asked her. Вам хочется мне поверить, но страшно. You want to trust me, but you're afraid. И ответ Людмила как раз подтвердил то, что она была в сознании. And she said yes, and it was for me that it was a confirmation that she was completely aware of what was going on. Я, может быть, продолжу из третьего круга. May I speak from the third, from number three? Oh, okay. Я, много удивительных вещей произошло. I saw quite a lot of amazing things.
сейчас по поводу контракта. One is about the contract. Контракт был проговорен. It was spoken through. Но не в круге. But not in the. А вот здесь, когда мы взаимодействовали втроем. Not in the big circle, but here while we were speaking the three of us. Людмила нам говорила, что трудность именно в том, чтобы принять к себе позитивную оценку. She talked about it that it her difficulty was in accepting a positive her evaluation of it. We have been speaking about it here in this little. Очень приятно себя чувствовать ко-терапевтом. And it's nice to feel a co-therapist of America. Я тоже обратил внимание, когда шла работа, что мне спросили про проблему, трудность, которая была в работе. Я подумал, вряд ли Эрик забыл, наверное, знает, понимает, что делает. And I thought to myself, I don't think Eric could have forgotten. I think that he knows what he is doing. И для меня в итоге случилось, вот при всех тех ограничениях, as a result, with all the limitations of space and time, случилась встреча, близость, вспоминаю. I felt it was a real, real sincere encounter. И удивительная динамика. And the dynamics. Создание этого мы, которое я видел между клиентом. Of how this we between a, was created between a co-created between a client and a therapist. Therapist прояснял контекст. Therapist was clarifying the context. Людмила с ее клиентом. About Людмила and her client. Потом несколько вопросов подряд. And then there were a series of questions. Проявились здесь и сейчас трудности. As the result of which was the clarification of her difficulties here and now. Первый вопрос, если я помню. And the first question was. Относится твоя способность строить близкие отношения с тем, каких клиентов ты выбираешь? The first question was the a connection of your difficulties in the intimacy, is it about other people that you tend to pick up as clients, in your life? Do you remember? How she chooses people to be intimate with? You mean I asked about that? Yes. Да, спросила. Второй вопрос был. The second question was, что вы чувствуете по поводу того, что вам, ну, клиенту не повезло с вами? What do you feel about the client being unlucky with you? Он как-то сразу вернул Людмилу в себя. Somehow it turned Людмила to herself. Третий вопрос. And the third question был, что вы почувствовали ко мне, когда я это сказал? What did you feel towards me when I asked you? Четвертый вопрос, что вы чувствуете по поводу того, что происходит между нами? And what do you feel about what's going on between us now? Мне кажется, вот в этот момент терапия состоялась, потому что вот появилось это пространство. Understand that this moment as the moment of emergence of this healing of therapy, because this is the moment when we was created. Ну а дальше уже такое трепетное пребывание вместе, которое мне называлось очень. Being together was very touching and moving and moved me too. Спасибо, это был очень важный и ценный опыт. It was very important and precious experience. Меня поразило, как Эрик вы. And I was struck by natural you were in all of this process. То, что вы не осознавали там лицо, that you didn't were not conscious of what was going on with your face, with your legs. It's a confirmation of your being present with your whole nature. Как я увидел, это было целебно. And I believe that that was very healing. Exactly this. Thank you. I see. I just want to make one comment and сейчас я что-то о том.
I think it's important, which I was actually saying earlier, to know how important we are to people, and that if we're doing good therapy, they can't really care a great deal about us. Я думаю, что очень важно понимать, насколько мы важны для людей на самом деле. И если мы хорошо делаем терапию, как для них важно, что мы о них заботимся, и как они к нам относятся, как они тоже хотят о нас заботиться. And it's probably an indication of a level of health that when there is not, when that person doesn't care about us, I think that you know something's wrong. И я думаю, что это является еще показателем здоровья отношений, потому что если этот человек к нам равнодушен, то значит что-то мы не так делаем. I don't mean bad. I mean, я не говорю, плохо делаем. Well, this person is really struggling so much they can't let me in at all. Я говорю это по-другому. Я говорю, что этому человеку очень сложно, у него большие трудности, так что он не может меня впустить. But we don't talk about, need to talk about them caring for us. That's not what therapy is for. Но мы не должны с ними обсуждать, равнодушны они к нам или неравнодушны. Это не про это терапия, не об этом. It's two people being together, being a we for the benefit of one. Это процесс, когда два человека встречаются, находятся вместе, но во благо одного из них. So the focus is on the one, even though. Поэтому фокус на одном, даже несмотря на то, что мы как терапевты тоже очень много получаем от того, что работаем с клиентами. Но это не важное, не самое главное. Freud said, we have a right to two things as therapists. Фрейд говорил, что у нас как у терапевтов есть право на две вещи. First is to be paid for the time that we give. This is an hour of a human existence we give to another person. Во-первых, у нас есть право на то, чтобы получать вознаграждение за тот час, который мы час человеческого существования, который мы отдаем нашему клиенту. So that's the first right. We have a right to be compensated. Это первое право на компенсацию за наше время. And the second one he said was the right to feel that one is doing one's work, that one is making a contribution to the world that one chooses. И второе право на то, чтобы ощущать, что ты делаешь свою работу и что ты осуществляешь какой-то вклад в этот мир. So that means basically we have a right to feel this is what my life is about. То есть у нас есть право, на самом деле, чувствовать, что вот чему посвящена моя жизнь. So the last comment is, so it's, I think it's important to remember how important we are to other people, and that they really do care for us, even if that is never discussed. И мне кажется, что очень важно понимать и помнить, что мы для другого человека в этой ситуации очень важны, даже если это никогда не обсуждается напрямую. So, this kind of paradoxical attitude. Это такая парадоксальная ситуация. Yeah, I have a lot of responsibility here before the session. I have a lot of responsibility. I'm very important to this person's life, so it's important to remember that. И важно помнить вот этот посыл. У меня огромная ответственность. Я очень важен в жизни этого человека. And then, once you start to forget about yourself. И тогда вы уже начинаете забывать о себе. Just to forget that. А потом просто так это. It's like не помните об этом все время. I have a black friend who said to me one time. Don't you ever forget I'm black? У меня был один пациент, который мне сказал однажды: никогда не забывайте, что я черный. And
And look me straight in the eyes. Don't you ever forget I'm black. И он смотрел мне прямо в глаза, он сказал так. Никогда не забывайте, что я черный. And then she looked me right again in the eyes and said, now forget I'm black. А потом посмотрела мне в глаза снова и сказала, ну а теперь забудьте, что я черный. So it's the same kind of thing. No, это одно и то же на самом деле. Никогда не забывайте, сейчас забудьте. Thank you guys for that. Спасибо вам. Those thoughts. За ваши мысли. I'm getting the most out of this seminar. Я тоже получаю от этого так много. Please. For me it was amazing. Я второй год подряд удивляюсь вашей способности работать с той точкой пространства, где вы находитесь. I'm for the second year I keep feeling amazed that you managed to work from the point of in the universe, in the space where you are. You don't change anything forcefully. When you were sitting with Людмила, you were facing her, but she was not facing you, she was actually facing Marina. So it was, you took it naturally, like, okay, this is how we are going to work. And I was curious about where the image of Людмила was, and it was very naturally somewhere around the interpreter. But during the work, it was moving towards you gradually. And I had very different vision here than Tatsy. That she, I saw your upper part very active, but the lower part of your body very, very relaxed, very stable. Your legs were relaxed. Той же точке пространства и спокойно все время работая с Людмилой приглашаете ее к себе. So you were staying at the same point in space, and while working with Людмила, you were inviting her to come over to you. И постепенно образ клиента. And gradually the image of the client was moving towards you closer and closer. And at a certain moment, it comes together. Причем это четко подтверждается жестами Людмилы, когда она уже пальцем показывает на вас, когда говорит о клиенте, and на стоп, то есть уже все уже адресовано вам. And this was confirmed by Людмила's gesture when she pointed at you when she was speaking about the client. So here she was already with you. И с этого момента уже было ощущение, что все. And after this moment, the feeling was that the everything has happened already. You could just be in this space. Very, very close to how I experienced it as well, but. Да, очень похож на то, что у меня было, что я переживал. But I'm glad you realized that at some point it was clear that we were in a very active facial conversation. Но я рад, что вы увидели, что в какой-то момент мы были в очень таком активном разговоре, невербальном. And very emotional conversation. И очень эмоциональном разговоре. А может, нет? Please. У меня все равно была задача супервизии. I kept in mind that there was a supervision task. And while digesting what I heard from the clients, and I'm very grateful to them. And somehow it all came together several minutes ago. And I saw myself as a therapist.
благодаря тому, что происходило. Thanks to what was going on. А соединилось через образ. And it came together through the image of. Буквально вчера мы вот yesterday, плавали на теплоходе. We took a boat ride. И я Диме рассказывала, как я погружалась с инструктором с аквалангом на глубину. I told Dima how I went scuba diving with the instructor. И мы на берегу с инструктором договорились о том, что как мы будем друг с другом разговаривать, он будет меня спрашивать на определенном глубине, что со мной происходит, и вот знаки. And being on the above the water, we had agreement with the instructor how we are going to communicate when we're deep in the water. That he would from time to time check how I am in, and what gestures we're going to use. And depending on that, we either went deeper or stayed at this certain depth. А вопрос у меня такой был, ну вот о близости, как она вообще возможна, близость между мной и клиентом, между другим человеком. Question was about, the issue was about the intimacy, my intimacy with a client and with some other people. Ну это такой вопрос для меня, но it's a question. Я подумала о том, что I thought that мне в первую очередь, чтобы была близость, вот, чтобы она возникла, мне очень важно понимать, что со мной происходит. In order to have this intimacy, I need to understand very well what's going on inside me. Потому что человек рядом, он не может это, вот это как инструктор, он не может знать, что со мной в акваланге происходит. Because it's like another person is like an instructor, he can't know what's going on with me in my diving equipment. I need to understand myself what's going on. What's my emotional state? And if we come back as to the supervision, I understand that my client поверить тому, сказать мне, сообщить о том, что вот у него сейчас там давление повысилось, то, что вот сейчас в моменте он надо остаться. Reason, tell me and inform me about the condition of the pressure in his ear thing or something. То есть мы с вами опускались на глубину, вы меня спрашивали. Going deeper into the water, and you were checking with me. And I was able to inform you about myself. And my words that came to me is our intimacy with another person is possible only when you are intimate with yourself. Yeah, that's very important. Yeah, and you I felt you had that intimacy with yourself from the beginning to the end. Я почувствовал, что у вас есть была близость с собой с самого начала до конца. You're really clear about your presence. Вы очень понятно дали мне показать свое присутствие себе. Anything from the third, any other people from the third group? I don't know. Let's see how we're doing that time. Good place to live. Okay. Есть еще что-то от третьей группы? Here's the thought to think about before we прервемся. Thank you very much. Спасибо вам за the things you said and то, что вы говорили, то, что чем вы делились. And maybe we can do one more
live session afterwards. Может быть, у нас получится еще одну сессию провести. And then the last session, we should just process. И последний отрезок мы, наверное, посвятим тому, чтобы как-то это переварить все. So I had an idea last night. Мне вчера пришла идея в голову. You can let me know what you think of it, but I thought, well, it'd be nice if people, I'd be willing to, if you sent me your name and the song that you had played, and or I could send you a list of this so you can make your own playlist. Я подумал, скажите, как вам эта идея? Просто мы играли здесь много вашей музыки, и если бы вы написали мне название вашей музыки и отдали, которую мы играли, а потом я бы создал такой список музыки конференции. But anyway, that's just an idea. Просто такая забавная идея. Подумайте. Let me know if you'd like to do it. Если захотите, скажите мне. So, have a nice coffee break. Так что, хорошего вам кофепития.